А сейчас о результатах полуфинального матча на чемпионате мира по хоккею. Встречу принципиальных соперников сборных России и Канады называли преждевременным финалом. Обе команды считались фаворитами турнира. Канадцы – действующие чемпионы мира. Российские хоккеисты успешно прошли групповую стадию и четвертьфинал. Сегодняшняя игра была равной и упорной. На второй перерыв игроки ушли со счетом 2-1 в нашу пользу. Но в третьем периоде канадцы вырвались вперед, забив 3 безответные шайбы. Причем четвертую в пустые ворота, когда наши сняли голкипера. Теперь канадцам предстоит бороться за золото. Их соперником станет победитель второго полуфинала, где встречаются команды Швеции и Финляндии. А сборная России сыграет матчи, где определится судьба бронзовых медалей. Первый канал покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции завтра в 17:15 по московскому времени.